Привет! Меня зовут Валерия Топольняк, и я директор компании «Премьер Тур». Сегодня мы находимся в Египте на курорте Шарм-эль-Шейх и будем с вами смотреть и изучать отель «Барон Резорт». Этот прекрасный отель построен в 1998 году и вот уже 20 лет радует своих постояльцев высоким сервисом, комфортом, несмотря на достаточно высокую цену. Давайте посмотрим вместе, стоит ли этот отель своих денег или нет. Смотрите, какой уютный располагающий холл. Здесь хочется сидеть, умиротворенно думать о смысле жизни. Здесь очень хорошо ловит Wi-Fi, стоит рояль, по вечерам здесь живая музыка. Wi-Fi вообще достаточно неплохой на территории отеля, но лучше всего он, безусловно, ловит в лобби. Но если вам хочется смотреть фильмы, быть постоянно на связи, выкладывать какие-то видео в Instagram или другие соцсети, лучше, конечно, приобрести дополнительную карту, сим-карту с интернетом. Все-таки отельный Wi-Fi в Египте, даже в очень хороших отелях, не совсем тот, который мы ожидаем. И вот здесь мы видим бар. В этом баре есть помимо местных напитков и крепкие спиртные напитки импортного производства, которые входят в концепцию «премиум все включено». Мы видим текилу, ром Бакарди, виски, что-то еще, чего я не знаю названий, какие-то вот ликеры я вижу, Малибу там, Бейлис, Куантра. Так что welcome to бар на лобби, если вы хотите чего-то более интересного, чем местное. Каждый день вы можете воспользоваться бесплатным трансфером на Амабей с утра в 11 часов в час обратно и уехать в Сохо вечером в 9 часов, в 12 часов вернуться обратно. Кроме этого, отель делает еще обзорную экскурсию за 10 евро в 8 часов вечера, в 11 вас вернут в отель. Можете не обращаться к каким-то гидам, а все это получить в отеле. Только надо уточнять, на каком языке будет экскурсия. Вот этого я не знаю, здесь не написано. Мы сейчас находимся возле основного бассейна. Я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели вот сюда. Здесь есть пологий вход. То есть не нужно слезать со ступенек, если кому-то это не нравится. Вы можете спокойно зайти в воду, как будто бы вы на море. Вот. А вообще глубокий достаточно бассейн. Вот там вот есть со ступенек для тех, кто любит со ступенек слезать. Можно поиграть даже в водное поло для желающих. Вот, посмотрите на отель во всей красе. Барон Резорт, как он есть. Балкончики хорошо отсюда видно. А вот здесь бар на берегу бассейна. Бар, в нем вы можете попробовать напитки как местного, так и импортного производства, но не стоит рассчитывать на большой выбор напитков импортного производства. Вчера, например, там была только водка Абсолют и Джин Гордон, виски, ром, все было местное египетское. Вино белое, красное, сухое наливают, подозревая, что тоже египетское, ну, в принципе, неплохое питкое вино. Вот, а вот здесь вы видите маленький бассейн, сейчас я к нему поближе подойду, это детский бассейн, в нем как раз таки вода подогревается. Температура там висит градусник, 30 градусов показывала вчера, сейчас подойдем посмотрим, сколько сегодня показывает. Глубина в бассейне 60 сантиметров, термометра я сейчас не вижу, видимо, потому что еще раннее утро, деток нет, родителей, беспокоящихся о температуре воды, тоже нет. И вы можете вблизи рассмотреть бар. В этом баре, если вы отдыхаете и купили путевку по системе премиум, все включено, кроме напитков, вы можете еще и бесплатно пообедать. Ресторан «Аля карт» здесь работает. Если же вы купили по какой-то другой системе, на завтраках, там еще какая-то есть варианты у них, то тогда в меню указаны цены, пожалуйста, можете записывать счет на номер комнаты, обедать и прекрасно потом оплачивать все при выезде. Вот здесь станция, где выдают полотенца. И кроме того, что здесь вы получаете полотенце, вы можете здесь еще, знаете, такую определенную услугу интересную получить. Сейчас я подойду поближе. Для того, чтобы к вам не приставали торговцы на пляже, вы можете здесь получить табличку «Не беспокоить» и повесить ее возле своего лежака. И тогда никто никогда к вам не подойдет на пляже. Если вы отдыхаете на пляже, сидите в баре у бассейна или отдыхаете у бассейна, то вам придется проделать путь, если вдруг вам нужно попасть в туалет. Туалет пляжный находится вот в этом здании под лестницей налево. Не сразу вы его найдете, но я вам подскажу, и вы будете уже знать. Если же мы поднимемся сейчас по этой лестнице, то там увидим бассейн с морской водой.
это очень такое, знаете, комфортное место, потому что здесь не только морская вода, здесь есть еще и водный массаж, видите, вон ту торчащую палку. И кроме этого, в жару здесь очень комфортно лежать, потому что, как видите, крыша над головой, не сгорите, и это не утомительное солнце. Я потрогаю сейчас воду рукой. Вы знаете, мне кажется, что она немного подогревается. То есть, ну, здесь явно больше 23 градусов, градусов 25, наверное, 26. Очень приятная, комфортная температура. Ну, а кроме всего прочего, с территории бассейна открывается прекрасный вид на территорию и на море. Замечательно, просто релакс. Цветет какое-то дерево. Сейчас мы пойдем поближе, подойдем. Что это за дерево такое? К самому дереву можно подойти, но цветы очень высоко. Вот они какие. На голом стволе, на голых ветках распустились роскошные красные цветы. Не знаю, что это, подписи нет. Кто-то сорвал эти цветочки, положил их на постамент. Вот как они выглядят вблизи. Какие-то они очень-очень интересные. Какая-то тут шишка. Пахнут, нет? Нет, они совершенно не пахнут. Но очень красивые. У отеля «Барон» отличный песчаный пляж. Иногда вы можете даже с берега зайти в воду, если нет сильного отлива. И есть понтон. Сейчас мы поближе к берегу подойдем, посмотрим, какой там вход. Мы идем, у вас будет возможность разглядеть лежаки. Полотенца выдают, зонтики вот такие плетеные. Лежаков и зонтиков достаточное количество, даже когда очень много гостей, всем хватает. Есть такие мягкие подушки, чтобы можно было поспать под солнышком. Песочек вот такой мелкий. Его выравнивают, чистят, урночки стоят. Очень чистенько на пляже. Вот сейчас хорошо видно, какой вход в море. Здесь даже песочек мелкий, плотный очень. Немножко ракушек лежит на пляже. Кстати, вы помните, да, что ракушки, найденные на пляже, даже если они очень красивые, вывозить нельзя. Вывозить можно только те ракушки, которые вы купили в каком-то магазине, и вам дали чек на покупку ракушек или на покупку кораллов. Поскольку на пляже бывают приливы и отливы, то понтон у отеля очень длинный, чтобы вы могли дойти вдоль рифа до того места, где можно плавать. То есть там лагуна начинается. Сейчас пойдем посмотрим лагуну. А понтон вот такой передвижной, временный. Когда вы идете по нему, он качается на волнах. Ой, нельзя. Не повторяйте, пожалуйста, за мной этих действий. Если висит знак «Пароход воспрещен», значит, он действительно воспрещен. Море волнуется, и это небезопасно ходить в те места, в которые просят не ходить. Не делай, как Лера, будь умнее. В общем, я нарушила правила и прошла через запретный круг, потому что я очень хочу снять все здесь. Там просто сейчас нет спасателя, еще утро. Не зря, наверное, спасатели на пирс не пускают. Смотрите, ветер поднялся ближе туда, уже к нырятельному месту. И, как говорится, море волнуется раз, море волнуется два. И я уже начинаю волноваться, потому что пирс подо мной ходит ходуном. Мне немножко неприятно, но я все равно сделаю это. И вот здесь начинается лагуна. Здесь красивый, роскошный просто подводный мир. Очень много рыб, красивые кораллы. И я вам честно скажу, если вам будут предлагать экскурсию на яхте, там с погружением, чего-то посмотреть, в Бароне все красивее. Это неоднократное заявление многих туристов, которые бывали здесь в Бароне, ездили на экскурсию. Сама я тоже это подтверждаю, потому что здесь можно увидеть гораздо больше, чем уплыв далеко-далеко от отеля. Вы видите, ну, за рябью плохо видно, но вообще там рыбы, я их вижу. Вон они плавают, плавают синенькие. Точечки – это рыбки. Отсюда с пирса можно зато хорошо разглядеть территорию отеля. Элегантные трехэтажные домики. Несмотря на то, что отель построен достаточно давно, все в отличном состоянии. Номер отеля «Барон». Здесь спокойно помещаются двое взрослых. И одна дополнительная кровать, вы видите здесь диванчик.
Номер просторный. Там, по-моему, балкон у меня. Темно, просто мы заехали, я не вижу. Посмотрим, что у нас в ванной. Набор хорошей маломойки. Здесь мыло, спички даже есть. Ну и вот душевая кабина. Теперь глянем, что у нас в мини-баре. Потому что в Бароне есть мини-бар. Во-первых, есть ассортимент чая, кофе, водичка, которую пополняют каждый день. И сам мини-барчик. Вот напиточки стоят. Отлично. Можно освежиться. Вчера мы приехали слишком поздно, я была невнимательна при осмотре номера, а теперь на нем обнаружены халаты и вот такие веселенькие в ромашках сланцы. А еще у меня в номере есть такой балкончик-терраса с прекрасным выходом к морю, к бассейну, к пальмам, к красивому-красивому синему небу. Вот такое у меня доброе утро сегодня. В отеле «Барон» прекрасный завтрак. Он совершенно соответствует заявленному уровню отеля и его поставленной цене. В зале для завтраков есть территория только для взрослых, куда не пустят родителей с детьми, и вам никто не будет мешать. Одна только проблема, с которой я все время мучаюсь и борюсь, уже не первый раз отдыхаю в «Бароне», здесь на завтрак бесплатно дают свежевыжатые соки, и очень сложно выбрать, какой же сок взять. Дыньковый, апельсиновый, томатный, грейпфрутовый или же банановый коктейль. Вот они здесь стоят на льду и соблазняют туристов, гостей отеля своей свежестью. Ну, кроме этого, конечно, есть еще соки из пачек и чай каркаде охлажденный. Вон стаканчики, водичка. Вафли, лепешки, оладушки с наполнителями. Фруктовый стол. Ну, непременно свежие финики есть. Сушеный инжир. Бананы, ананасы. Вот они, финики, дожидаются. Ого, какие крупные. Йогурты в пачках. Свежие йогурты. Наполнители. Мед в сотах. Да, в Египте тоже есть пчелы. Я с удивлением для себя обнаружила. Вчера разговаривала с торговцами на улицах. Они показали в банках продающийся египетский мед. Очень хороший хлебный стол, питан, даже в трех видах, видите, с черным кунжутом, какая-то темненькая, светленькая. Вот. Вот под такими лампами греются круассаны. Ну, вообще множество всяких слоек, лежащих в выдвигающихся ящиках, как в комодиках. И вот то, что тоже отличает «Барон» от многих отелей, мало того, что здесь есть большой выбор чая, здесь еще всегда есть мята и лимон. Ну вот еще предлагают коричку насыпать в кофе. И чаи здесь, вот английский завтрак, по-моему, каркаде, эль грей, ромашковый, какой-то розовый чай, не знаю, что это такое, рутс, а, с анисом чай, зеленый чай. Ну, обычный липтон черный, ну и кофе растворимый, хотя есть и нерастворимый. Для любителей сухих завтраков отдельный стол с молоком и хлопьями. Могут усилить изюмом, сахарной пудрой и кокосовой стружкой. Каша овсяная, каша кукурузная в таких бочонках стоит. Здесь вы можете сделать тосты из белого и ржаного хлеба. Масло во льду лежит. И для салатов наполнители оливковое масло. Ну и какие-то соусы настоянные. Не знаю даже на чем настоянные, но что-то там есть. Так, свежие салаты. Кабачки скрошенные в лапшу. Ну, рукколы сколько насобирали. Маринованные перцы, оливки зеленые, черные, запеченные овощи. Нереально вкусная египетская колбаса, никогда ее не берите, пожалуйста. Вот это, не знаю,
Ага, это лучок в каком-то соусе. И вот прелесть египетская, маринованные острые лимоны. Сыры. Сыры обычные, европейские. Вот моцарелла с помидорами. Классика жанра. Есть мягкие сыры. Сыры в масле. Вот какие-то суши сделаны с добавочками. Скумбрия. Ставридка из банки. Прекрасный красный лосось. Несмотря на то, что я пришла рано, его уже разобрали. И вот хумус и мтабль это называется. Это из баклажана такое блюдо вроде паштета. Омлет и яйца. Бекон. Котлетки. Мини-гамбургер, гласит табличка. Французские тосты и белая фасоль в томатном соусе. Египтяне вообще очень любят фасоль. Она у них в разных видах всегда представлена. В соусе, в паштетах. Так, ну это станция приготовления свежих омлетов с добавочками. Загадку вызывает, что это грибы, наверное. Кетчупы. Очаровательный лимон, чтобы было удобно выдавливать. На льду все свеженькое. Ну и вот жареная фалафель, которую египтяне едят на завтрак. Это такие, ну, оладушки, клёцки жареные из фасоли. Что здесь? Ой, ну здесь тоже всякие вкусности египетские из фасоли. Ни разу не пробовала, не могу сказать. А фалафель вкусная, да. Картошка, помидоры. Сосиски. Ну, не нравятся мне египетские сосиски, что ни говори. Овощи нагрели и крылышки куриные. Здесь кускус и пудинг. А, горячо, горячо, горячо. Так что все могут выбрать себе что-то вкусненькое на завтрак. Очень хороший завтрак в Бароне. Честно скажу, я больше ни в одном из египетских отелей не встречала красную рыбу на завтрак и свежевыжатые соки бесплатно. Возле ресторана отеля растет очень интересное дерево. Сейчас зима, и на нем нет ни листочков, ни цветочков, но тем не менее мы можем увидеть, какое оно из себя. Называется это дерево Харизия великолепная. Сейчас я подойду поближе, и вы увидите, чем оно удивительно. Ну, похоже на ежика, оно вот все в таких колючих шипах. Обнять его, мне кажется, будет очень сложно. Хозяева отеля даже подписали, сделали табличку «Харизия». Когда оно цветет, оно усыпано великолепными красивыми цветами. Сначала цветы желтого цвета, а потом по мере взросления они становятся белыми. И сам ствол, сейчас я отойду подальше, посмотрите на него. Ствол, видите, похож на бутылку, он расширяется. Вот в этих частях ствола в дождливое время накапливается вода, а потом в засуху оно дерево пьет, использует эту воду. Даже вот смотрите, ветки все усыпаны этими шипами. В других отелях я такого не встречала. Возможно, это традиционное египетское дерево, не знаю. Но вот здесь вы можете с ним познакомиться. Если повезет, вы увидите, как оно цветет. В отеле работает небольшой мини-клуб. К сожалению, я не могу сюда попасть, потому что в нем перерыв с 12.30 до 15.00. Но он вот за этой голубой дверью. Можете привести сюда своих ребятишек и оставить с русскоговорящей няней. На пляже для детей есть отличная детская площадка в дополнение к детскому клубу, но здесь, безусловно, детки должны играть только под присмотром родителей. Есть вот такой навес от солнца, чтобы солнышко не мешало, столики для игры, качельки разные. И вот такой городок деревянный, где можно нескучно провести время. Надпись на этом стенде гласит, что вот там где-то за рестораном находится бульвар и молл. Там где-то находятся торговые ряды. Пойдемте смотреть, чего там продают, какие там цены. Возможно, где-то есть дешевле. Будем выяснять. На бульваре работает моделью вот такой верблюд. Позирует со всеми желающими, ну, соответственно, за деньги. Полтора года назад я здесь отдыхала, фотографировалась с ним. Он пытался ко мне приставать, он даже целовался. Больше я к нему не буду подходить.
Верблюда зовут Казанова, и вот расценки на его услуги. Только фотография стоит $10, а уж если вы захотите продолжительно прокататься на нем, 50. Ну и что у нас здесь продают? Арафатки, кепочки, парео, штуки такие для пляжей, сумки, ласты, все как везде, кальяны, лампы. А сколько кальян стоит, скажите? $15. Цена такая же, как на Amway. Хочешь, говорит, за 10 забирай, если тебе это дорого. Ну вот чаи. Вот красивый. Привет, отлично. Поинтересовалась ценами. Самый лучший каркаде за 100 грамм $1. Ну, так же, как на Amway. Вот и фруктики есть. Фруктики только дорогие. Утверждает, что сегодня с утра буквально подорожало, а было дешево. Но мне кажется, он врет. Авокадо тоже есть? Авокадо есть, отлично. И гуава, и динья. И гранат. Гранат, и арбуз тоже есть. Хорошо это. Рядом с бульваром находится амфитеатр отельный, и по вечерам здесь проходит анимация. Сначала проходит мини-диско, а потом вечернее шоу. Это очень удобное расположение, никто в отеле не слышит музыки, никакого шума. То есть анимация как бы есть, но она абсолютно никому не мешает. Вот анимацию на пляже мы можем видеть, а для того, чтобы посмотреть вечернее шоу, надо немножечко пройтись. При заселении в отель вы получите вот такую книжечку с ваучерами на дополнительные бесплатные услуги, недоступные тем гостям, которые купили этот отель на завтраках или на полупансионе. Вы можете сделать что? Один раз в неделю вы можете ознакомиться с услугой ознакомительное погружение в дайвинг-центре. То есть в бассейне абсолютно бесплатно вас научат погружаться в под воду, вы пройдете курс лекций, получите сертификат. После этого курса вы сможете покупать себе дайвинг-туры. Без сертификатов на дайвинг вы не сможете погружаться под воду. Дальше, что у нас здесь? Так, следующий ваучер. Водный спорт. Поездка на водном велосипеде или каяке один раз в неделю. Кроме этого, я, по-моему, тут первый ваучер пропустила. Так, массаж у вас возможен. Массаж в течение 30 минут один раз в неделю. Один раз в неделю вы можете воспользоваться прачечной или химчисткой. В номере у вас лежит мешочек для прачечной, туда вы можете сложить свою грязную одежду, отдать на ресепшн, и вашу одежду выстирают и вернут вам совершенно бесплатно. Кстати, в номерах по запросу вы можете получить гладильную доску и утюг. При заселении этих вещей в номере нет. Кроме этого, номера, как вы уже видели, основные номера, они все с душевыми кабинами. Но есть люди, которые предпочитают все-таки ванные. Если вы заранее предупредите в своем туристическом агентстве, что вы хотите получить номер с ванной, то, безусловно, отель вам их предоставит. Большинство номеров отеля 80% с видом на море. Поэтому за дополнительные деньги, дополнительных денег за вид на море здесь не берут. Есть еще вечером рыбная вечеринка или египетская вечеринка, то есть устраивается гала-ужин романтический на берегу, и все гости отеля, имеющие вот такие ваучеры, приглашаются на нее абсолютно бесплатно. Также вы можете получить 30 минут пребывания в интернете один раз в неделю, это в бизнес-центре. А так вообще интернет предоставляется бесплатно, единственное, он не очень хорошо берется в номерах. Но в лобби отеля с интернетом все нормально, об этом я уже говорила в своем видео. Также вы можете насладиться игрой в теннис один раз в неделю в вечернее время. Вообще игра в теннис совершенно бесплатна, но вечером включают свет, необходима подсветка, она платная, но вот на какое-то время раз в неделю вам предоставляется бесплатно. Так, про массаж я уже сказала. И да, вот замечательно, вам могут сделать стрижку совершенно бесплатно в салоне красоты отеля, но при этом укладку будут делать за деньги. Вот, видите, какие замечательные бонусы предоставляет этот отель. Питание в отеле очень хорошего уровня. Не всякий отель может похвастаться красной рыбой на завтрак. Это не характерно для отелей Египта. Поэтому вы, если в этом отеле отдыхаете, пожалуйста, оцените по достоинству питания. Не очень широкий выбор на шведском столе, но все блюда очень хорошего качества, очень достойного уровня. Для детей есть
детская комната, вы ее видели, есть детская анимация. Анимация очень мягкая, софт-анимация. Анимации вы практически нигде не услышите. Поэтому будем говорить, что это отель для людей, ценящих спокойный отдых, респектабельный отдых. Для тех людей, которые отдыхают либо с детьми, либо без детей, но не хотят слышать постороннего шума. Для тех людей, которые готовы платить за дополнительные услуги, за свой хороший, качественный отдых, за дополнительный сервис. Такие мелочи, как протирание очков на пляже, раздача ледяных полотенец на пляже гостям отеля, они дорогого стоят, поверьте. Если у вас какие-то остались вопросы об отеле Ворон Резорт, либо вы отдыхали в этом отеле и хотите дополнить информацию, пишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео. А с вами была я, Валерия Топольняк, компания Премьер Тур. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, тогда вы будете получать первым новости о том, что появилось новое видео на моем канале. Пока!